Доброе утро. Вновь мы отправились в тайгу. Не в тайгу, вернее, а на речку через тайгу. Идем, как обычно, сейчас на малую реку. Обычно в эти места я хожу где-то конец марта. Но в этот раз я решил прогуляться сюда в начале февраля. Ходить по снегу стало заметно лучше. Так, 2 недели назад я шел, проваливался по 40-50 сантиметров. Сейчас я иду, ну и где-то лыжа уходит в снег сантиметров 5-10, не больше. Погода сегодня хорошая. Я вон даже одел демисезонный костюм, не зимний, где-то минус 8, минус 7, полный штиль, ветра нет вообще. Смотрите, красота. Телефон, блин, с навигатором я забыл в машине. Могу немножко ошибиться, но примерно вот буду идти. Смотрите. Так. Куда тут идти? Непонятно вообще. Ну ничего. Попробуем выйти. Ну вот, вышел я наконец-то на речку. Без навигатора, конечно, блин. Фу, сделал круг большой. Вернулся опять на то же самое место, откуда начинал. Я с него уже потихоньку брал вправо-вправо. И вышел и то, и не на то место, на которое мне надо было, а намного, которое выше-выше. Это и то я брал все вправо-вправо. А первый раз я вообще ушел влево, непонятно куда, блин. Не знаю, почему тянет влево капитально. Вот вышел практически на те места, где я заканчивал рыбачить. То есть там начинал, сюда шел, где заканчивал, ушел домой и выходил. То есть я вот сейчас буду рыбачить начинать с конца именно. Потому что вышел просто в конец, блин. Ну ничего, зато вышли вот к месту. Здесь вроде, смотрите, какой хороший ровный плесик. Вот как раз, смотрите, наклоненная березка, как я люблю. И вот, пожалуй, прямо здесь я и заборюсь. Отсюда начнем мы нашу рыбалку. Не знаю, что там под низом, есть вода или нет. Пока иду вот на лыжах по реке. Судя по реке, здесь никого еще не было на этих местах. Здесь не бурено. Вот как раз попробуем побуриться. Ну, жалко, с собой нет телефона с навигатором. Не знаю, как ориентироваться по времени. Ну, посмотрим. Будем смотреть, может, солнышко еще. К обеду там было написано в прогнозе, что солнышко, возможно, выйдет. По-быстрому вот пробурил пару лунок. Третью вот начал бурить. И вот сразу же сейчас пару удочек кину, буду буриться дальше. Пока есть силы, потом попью чайку. Посмотрим, может, тут кто-то и стоит. Такая плюс довольно глубокий. Ну, по крайней мере, дна не достал. Все, вот дно. Так. Угу. Пусть стоит, если подойдет харюс, то клюнет. По-любому. Наверное. Так, закидываем вторую удочку. Так, вторую мы закинем просто без... беленькую, без мухи, традиционно. Сюда надо насаживать уже штучки 3 опарыша. Крючок довольно длинный здесь, чтобы закрыть его полностью. Так, идем эту лунку. Прям под березу буду кидать. Я думаю, что харюс здесь любит стоять летом особенно. Оп, вот оно и дно.
есть, есть, сразу. Ух ты, смотри, какой сразу красавец. Вот это да. Хороший, хороший хорюсок. Прямо отличный. Смотрите, видите? Стоит он здесь. Достойный. Достойный хорюс. Так, и да, теперь сюда будем пока водичку. Там они будут жить до конца рыбалки. Угу. Поклевочки есть. Опа. Блин, чуть не подсек. Опять наколол. Опа. Опа. Масялик. Поищем хариуса камерой, может быть, найдем его здесь. Очень много листьев под березой, все валяются. Да, на дне хариуса здесь нету. Может, где-то вот стоял под берегами, подошел, вот поймали и все. А так вроде бы хариуса не видно местного. Хотя, может, стоит где-нибудь просто подальше. Или также подплыл, уплыл, да и все. Будем потихонечку собирать удочки и перемещаться дальше. Здесь так еще было пару поклевок. Но они были как бы холостые. Пока я к ним подбежал, рыба уже убежала. Сейчас давайте пару поддергиваний и поднимаем удочку. Ух ты! Ух ты! О, блин, вам пару поддергиваний. И хариусочек есть. Да. Ладно, все равно. Буду перемещаться отсюда. Сейчас попробую, конечно, еще, может, возьмет кто-нибудь еще. Скорее всего, нет. Ну что, друзья, перемещаемся на новое место. Вот, буквально за поворотом, я тут здесь вот, протекает такой вот плесик подо льдом. Я вот, пожалуй, вот эти березочки под ними начну и буду смотреть уже вправо-влево, куда бурится, где будет клевать, туда и
буду буриться в ту сторону, если вообще будет клевать. Ходить великолепно, сильно не проваливаешься, но, как вы видите, все равно под снегом. Ух, опа, снега по колену, внизу вода. Так что вот так вот. Так, ну что, разбурил я 5 луночек. Вот на этой первой мелко, здесь поглубже. Здесь уже в 3 лунках идет глубина. В ту сторону я уже бурить не стал, потому что там уже выход на мель. Ну что, пожалуй, начнем вот с первой, с этой. И пойдем плавно в глубину. Посмотрим, где находится у нас хариус. Либо на стыке. На мель пока не буду залезать. Либо вот средняя, либо вот по глубине. Посмотрим. Так, здесь у нас самая мелкая глубина из всех лунок. Воды, смотрите, сколько. Так, отогрел второго опарыша на второй удочке. Здесь глубина поглубже, но все равно я здесь ледобуром дно доставал. Это где-то может быть чуть больше метра. Ну, еще, конечно, со льдом. Глубина, ну, средняя, хорошая, в принципе, для хариуса. Но все равно я предпочитаю на ямочках, где ледобура ножами ты дно не достаешь. Так. Оттаял опарыш и на третьей удочке. Вот здесь уже начинается ямка. Здесь уже промыша закинем. Я бы не сказал, что яма, просто глубокий плюс, где, по крайней мере, я уже ледобуром дно не достаю. Так, четвертую лунку я решил опустить таракана, мормушки. Посмотрим, среагирует ли хариус на него, если он здесь есть, конечно. Первая поклевка наконец-то. Хорошенький. Просто взял вот так вот. Раз, загнул. И все. Отличный, отличный хариус. На муху, на последнюю. Что пробурил. Лунку. Нашли хариуса, что ли? Надо перемещаться сюда. Опа. Лочевка. Попробовать переместиться сюда. Буриться дальше вот туда вниз, к повороту. Здесь он, что ли, весь. Потому что там сколько вот не бурил. Прошел метров, наверное, сколько, блин. Ну, 30 точно сюда. Вообще ни одной поклевки. Вот только вот здесь вот, не знаю, на 10-й, наверное, лунке оттуда. Вот первая рыба. Довольно достойный хариус.
хорошенький. Сяська. Опа. Так, ну что, я поснимал удочки тут. Вот поклевало. Вот что, несколько штучек поймал и все. Дальше вот пробурил. Там уже мель. И вообще ничего. Так где-то один раз дернет. Ну, подбегаешь. Вообще, как бы дальнейшего ничего не следует. Что, пойдем мы откуда пришли. Дойдем до туда. Тут, в принципе, недалеко. И немножко пойдем вниз по реке сходим. Посмотрим, что там. Может, там что понравится, места какие. Нашел еще одно местечко тут, вот вроде бы глубина. Пробурил пару лунок, сейчас покидаю, посмотрю, что будет здесь. Угу. Поклевочка есть. Опа, 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 опа. Хрюсишка. Брат. Да, смотрите, вот стоит здесь тоже. Опа. Есть здесь. Может, что будет покрупнее. Будем надеяться. А, пришли на то место, откуда начинали рыбалку. Сейчас тут по старым лункам кину еще, может, удочку. Пойду еще пройдусь немножечко ниже. И, пожалуй, будем заканчивать рыбалку. Лед уже. Смотрите какой, пока я ходил. Блин. Миллиметров, наверное, 5-6 точно. О, хрюски живые. Как в аквариуме тут бегают. Что подмерз, этого, наверное, не знаю, отпустим, наверное. Да, этого мы, пожалуй, отпустим. Давай, плыви, брат. Чуть я погорячился, взял тебя, блин. Когда с лунки вытаскиваешь хариуса, кажется, вроде так вытащил, блин, вроде большой. Потом полежал, смотришь, блин, вроде не очень большой. Так что вот так вот надо аквариумы делать. Раз, потом пришел, посмотрел. Горячка прошла. Ага, этого можно отпускать. А хариус весь живой, он что тут, он как в аквариуме. Вон. Красавчик, вот этот красавчик. Этого взять уже, конечно, можно. И все, тишина. Замолкла удочка. Дернула несколько раз и все. Вот так вот сегодня целый день, блин. Подергает и все. Погода меняется. А, морозит хорошо прям. Я уезжал, было минус где-то 7-8.
Сейчас чувствуется уже, аж прям подмораживает. О, прям как красиво. Распогодилось. Я думал, что пятнаха уже как минимум стоит. Рыба, может, тоже чувствует какую-то перемену. Хотя перемена-то незначительная. Как бы нормально. Зато сегодня штиль. Ветерка никакого нет вообще. Тишина, спокойствие. Красота. Так что вот здесь еще, может, пару ломчик пробурю сейчас. И на этом будем заканчивать нашу рыбалку. Так, ну что, я выхожу в сторону машины. Рыбалку я закончил. Каков итог рыбалки? Можно сказать, никакой. Рыбы мало. Клюет ужасно. Пару раз дюбнет и все. Наживку отпускает. И больше не хочет клевать. Успел. Можно поймать. Немножко не успел. Все, ничего не поймаешь. В общем, можно было пяток штук взять. Я взял парочку. Все, хватит. Как бы дома рыба есть. Особо не надо. Просто сходил на разведку. Разведка, да, получилась, блин, без, конечно, навигатора. Покружил я хорошо. Потерял, наверное, минут 40, пока делал круг. Потом, когда уже вышел второй раз, взял уже строго ровно. И то вышел, блин, намного выше, чем надо было. Свой след я видел. Я пересек его под углом 90 градусов. То есть вот как я ушел вообще влево. В следующий раз буду не забывать брать навигатор вот на такие вот походы, где не уверен. Сейчас еще начало февраля. В основном такая более-менее рыбалка начинается с, ну, ближе к концу февраля, конец февраля, март, апрель. Вот так вот. Конечно, и сейчас можно нарваться. Если сейчас на дальняк поехать, тоже можно поймать что-нибудь. Ну, как бы, сейчас у меня цель не рыба, а больше так, разведка. Сходил, посмотрел на денечек. Все. Так что как-то так. Всем пока. До новых встреч. Кстати, сегодня не клевало, может быть, даже из-за того, вот из-за чего.